Кто такой домовой и можно ли с ним подружиться? Этим вопросом озадачились в Десногорском историко-краеведческом музее. Организаторы основательно подошли к вопросу. Урок начался с теории. Ребята узнали, что это за дух, где он живет и как его случайно не разозлить. Закрепить знания удалось при просмотре обучающего мультфильма. Например, мало кто знает, но чем старше домовой, тем моложе он выглядит, так как рождаются они уже стариками. Если дома такого сожителя пока нет, не беда. Ребята проявили фантазию и сделали себе своего собственного домового, который получился прям как настоящий. Глазки у него голубые. Они будут... Я его подарю домовенку, поставлю вместе с едой. И он, наверное, будет рад. Он мне красивый, мой домовой. Детям такие праздники очень нравятся, так как вот сегодня мы им рассказали, во-первых, о культуре, да, домового, как он выглядит. У них развивается сразу фантазия, они начинают что-то сочинять, придумывать. После такого мастер-класса по дружбе с домашним духом можно не сомневаться. К встрече с ним ребята подготовлены основательно. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.